Региональные парламентарии утвердили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека в регионе. Вместо Андрея Кабанова, сменившего должность омбудсмена на место заместителя губернатора по внутренней политике, уполномоченным стала Наталья Ковалева. В регионе Ковалева известна как активный коммунист. В прошлом депутат областной думы, уполномоченный по правам ребенка. За кандидатуру Натальи Львовны проголосовали 24 депутата. Один воздержался, еще один избранник народа высказался против. Для того, чтобы вступить в должность, Ковалевой под давлением других политических сил пришлось приостановить членство в КПРФ. По мнению Натальи Львовны, приверженность коммунистическим идеалам никак бы не помешала ей защищать права и свободы ивановцев. Когда я была уполномоченным по правам ребенка, мне кажется, меня не могли обвинить, что я где-то узурпировала именно этот вопрос. Нигде. Политический вопрос у меня в этом плане не проходил. Именно чисто политически. Отстаиваешь интересы конкретного человека, интересы определенной группы и так далее. И ты смотришь именно с точки зрения первой и второй главы Конституции.